Понеділок у мерії розпочали співами під гітару. А все тому, що у Дніпрі розпочинається ще один перспективний фестиваль. Його ідею виношували давно, але спробують реалізувати поки що у вигляді 4 концертів авторської пісні. Фестиваль «Облака» назвали на честь відомої пісні Олександра Галіча, всесвітньо відомого поета-дисидента. Галіч – наш земляк, хоча й прожив тут лише 2 перші роки, але фестиваль присвятили саме йому. На участь у Днях Галіча погодилися автори-виконавці з різних країн світу. Зокрема, іронічний Тимур Шаов виступить 6 грудня, а гала-концерт – 7 грудня. Взагалі обіцяє сюрпризи. А розпочнеться фестиваль «Облака» уже у вівторок, 25 жовтня. У приміщенні телетеатру виступить актор і режисер Сергій Рубашкін. У першому відділенні він представить моновиставу за поемою Галіча «Кадіш» про долю педагога і лікаря Януша Корчака. А у другому відділенні, звісно, будуть знайомі пісні. Початок о 19-й, вхід вільний. Я вам скажу откровенно, я была в радостном шоке, когда это узнала, вот, что есть такой проект. И что инициатива идет от... что не мы просим, ходим, да, что к нам пришли и попросили. Это было просто потрясающе. Предложили. Если честно, да. Предложили. Вот, поэтому мы придумали вот такой фестиваль имени Галича, не напрасно имени Галича. И подумали о том, что будет... Было бы хорошо, если бы для нашего города был не просто вот фестиваль, там, трехдневный фестиваль в традиционном понимании, где-то там на турбазе барды собрались, а для города несколько концертов, посвященных и творчеству Галича, и авторской бардовской песне в том числе. Есть мероприятия, которые, ну, бесплатные, они проходят в рамках, ну, программы «Культурная столица». Вот, в частности, завтра Сергей Рубашкин. Это Галич же не только писал песни, он писал стихи, он писал пьесы. Вот Сергей Рубашкин будет там, в частности, «Кадиш». Это, ну, поэзия Галича, посвященная Янушу Корчику, вы знаете, выдающегося. Тиме Холокоста, ну вы знаете, как бы, Корчика, и знаете, что он со своими детьми шагнул в газовую камеру. Ну, в общем, это очень трагические, очень сильные стихи. Будет поэтический спектакль завтра в телетеатре на улице Крутогорной, да, Крутогорная, 9. Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний забытый запеты. Я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головой, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь? Галич возвращается.